Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Денис. Я работаю в EPAM Systems. Я из Минска к вам приехал рассказать про довольно интересную тему. Я немножко расскажу про специфику DBA в работе DevOps-проектов. Сам я расскажу, что работал в Ops до этого в Ops-командах и привык немножко к другому. И когда перешел в DevOps-проект, то, как оказалось, посмотрел на свою же работу с другой стороны. Простые вещи стали совсем другими, а сложные оказались простыми. Но обо всем по порядку. Давайте прежде всего определимся с форматом. Если у вас будут по ходу возникать вопросы, сразу поднимайте руку, спрашивайте. Что такое Что такое? Я знаю десяток определений, не разнятся от компании в компании. Отлично. Я вот примерно. Да, мы сейчас подойдем <я> к этому. Это очень правильное замечание <забыла>, от компании в компании. Они разнятся, и каждый понимает это по-своему. Поэтому как раз-таки я не буду обобщать и говорить вот, что вот только так и все. Я расскажу именно про свой опыт и что требовалось от нас и что понимал заказчик, когда говорил, что вы опции что вам надо сделать. Соответственно, вот так же самое, такой же интерактив мы и продолжим. Если есть вопросы, сразу да, поднимайте и говорите. Я начну сразу с конца, расскажу про основные задачи функции, и потом мы подробно на примерах рассмотрим. Вначале коротко я расскажу про основные функции. Это прежде всего у нас участие в разработке. Здесь я говорю про continuous delivery, но это может быть не обязательно. Это может быть continuous deployment, continuous integration в зависимости от проекта. Например, в моем случае это был continuous integration, потому что наша responsibility заканчивалась до production системы. Соответственно, мы только подготавливали, все это реализовывали и отдавали на production. Поэтому тут, как говорится, все зависит от проекта, но DBA обязательно должен участвовать в этом. Автоматизация, система мониторинга. Что я здесь подразумеваю? Прежде всего, это научить разработчиков и тестировщиков работать самостоятельно с системой мониторинга и заявлять как функциональные требования, так как это решает в процессе разработки. Очень много вопросов снимает потом в процессе внедрения. Также очень важно создать общие метрики, потому что когда я пришел только на проект, были разные вендоры, были разные менеджеры, которые видели, была продакшн-команда, DevOps, Dev, и все разговаривали на разных языках. Чтобы понимать, соответственно, надо было сначала как-то одну вещь называть одинаково. И фокус на обслуживании конечного пользователя, что в данном случае я имею в виду. В моем случае это была какая-либо из команд, которая пользовала нашу автоматизацию. И э, я не должен был ставить э, какие-то общепризнанные метрики э, выше их э, собственных желаний, потому что им, может быть, это не надо, а я это буду внедрять. Зачем? Поэтому для меня вообще, в принципе, очень важен конечный пользователь. Э, теперь немножко о задачах. Я их распределил по запросу и те, которые мы, в принципе, выполняем э, всегда. Первое, как я уже говорил, это помощь в разработке рекомендации, это тоже немаловажный факт, и я встречал очень много DevOps-проектов, где нету DBA, и там, конечно, было без рекомендаций все плохо. Обновление среды, об этом чуть подробнее позже. Автоматизация, настройка, восстановление, создание шаблонов. Все это приходит к нам от разработчиков-тестировщиков. И uh, помощь в тестировании в данном случае uh, на моем примере мы работаем с Amazon, и у нас были разные типы серверов. Соответственно, memory optimized, CPU optimized uh, мы тестировали, в том числе от администратора баз данных. Необходимо было чтобы uh, как-то грамотно составить тесты, предоставить, чтобы видно было на каком железе из предоставляемых Amazon uh, мы будем работать лучше всего. Ну и, соответственно, были типовые задачи, которые каждый DBA выполняет. Он тут как бы по, по дефолту. Это у нас оптимизация, безопасность. В данном случае тут больше разграничение прав доступа, мониторинг, потому что очень много повторяющихся задач и от DBA, как он правильно научится запоминать эти мониторить, он может предвидеть все это, автоматизировать, и на десятый раз уже этой проблемы не будет, и она, в принципе, исчезнет. Кластеризация по необходимости, тут опять же, в зависимости от проекта. И аварийное восстановление, стратегия. В нашем случае мы использовали, опять же, хранилище S3 от Amazon, где у нас хранились эталонные снимки базы данных, где мы хранились артефакты и всевозможные нам необходимые вещи. Вот так выглядит наш проект. Это просто иллюстративно, мы не будем разбирать его подробно. Я просто во время этого слайда хотел немножко рассказать про наш проект и что требует от нас заказчик. Это была крупная американская, английская компания, а разработчик были американцы. И э, их всех уволили. И, соответственно, надо было за месяц передать все данные. А в Англию все процессы, все надо было перенять. Они наняли одного DevOps и меня DBA. Соответственно, когда мы увидели систему, что там было? Там были bash-скрипты. Разработчик, тестировщик заходил, запускал скрипт, тот вызвал второй, третий, пятый, десятый. В итоге это была громадная вложенность и очень большой хардкод. Там были переменные, один кусок кода изменяли, ничего не работало. Система была неудобно администрируемая. То есть вот дали закрытую коробку, если что-то хочешь сделать, ничего не сделаешь без... Это американской компании. Соответственно, нам была задача автоматизировать, упростить, чтобы было понятно, чтобы любой человек мог в это вникнуть. У нас были исходники. Мы работали с Amazon Machine Image AMI. У нас был маленький сервер для функциональной разработки, то есть продакшн. Вычищались данные оставлялся один функционал для быстрой разработки где-то в районе 50 гигабайт база которая накатывалась туда. Это просто в данном случае АМИ, это сервер, который из АМИ поднимается, и в нем только софт Oracle настроены. А потом я расскажу. И был большой, это где-то порядка 350 гигабайт. Там происходило тестирование и там всевозможные тоже deployment. Как выглядел деплоймент? Я не буду все процессы рассказывать, основной. Он назывался Reset Patch Batch. Что он из себя представлял? Есть Amazon, на котором хранился наш cold backup. Скачивались файлы на сервер. После этого скачивался патч. Там не патч, а там все патчи от X-версии. И в соответствии с листом они накатывались один за одним до нужной нам версии. Какую, допустим, разработчик выставил. Какую он хочет и с какой он хочет начать разработку. Далее скачивался батч. Вот это интересно. Батч это примерная эмуляция одного дня работы продакшена, урезанная. Скачивалась информация, и затем происходила аналитика. Какая аналитика? Система смотрела, какие данные поступили, анализировала. На основании этого она формировала заказы, и дальше она по локациям распределяла, что на следующий день закупить надо, что поставить. То есть это была аналитика такая. Да, 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 да. Это эмуляция одного дня продакшена, то есть э, отработал день, что-то вроде вот как в банке закрывает оперативный день, только плюс еще прогнозирование. На следующий, что же нам э, в этом магазине купили там столько-то, значит, соответственно, мы поставим. Не только на один день, она прогнозировала на неделю, на месяц, соответственно, поступали заказы определенным э, заказчикам, э, то есть велась аналитическая работа. Соответственно, как это происходило… С разработчиками либо тестировщиками. Они садились за компьютер, открывали SSH соединение и запускали Reset -patch -batch. Соответственно, просто они запускали скрипт, грубо говоря. На маленьком сервере это происходило за 2 часа RPB, на большом от 12 до 15 часов. Соответственно, вы сразу видите тут какой косяк, если рвется SSH соединение, что останавливается весь процесс, и можно начинать с самого начала. Скрин, вот это единственный был выход, который можно было. Да, ну, no хапи обычно запускали, но как бы все равно это не совсем правильно, потому что, ну, малейшее что-нибудь, все, сразу день можно отдыхать. 12 часов до следующего. Может быть. Но в моем случае, я же говорю, у нас был один мейн скрипт, который запускался разработчиком. Все, то есть, ну, другого не было предоставлено. Я получил то, что получил. А Team yeah, э, агент, он будет запускать тот самый твой мейн скрипт, э, только агент, находящийся на сервере, он гарантирует тебе, что он не зависит ни от какого СССР, плюс он локально после этого может собрать артефакты. Я, я согласен. Ты видел такие системы? реализаций на самом деле много, но когда мы получили систему, нам разработчик так говорил. Когда мы все это начинали, этого всего не было. У нас в распоряжении был только баш. И потом начинать что-то допиливать, мы не посчитали нужным. Вы так работаете, работаете. Ну, это была такая особенность. Соответственно, я сейчас буду рассказывать, как мы вели параллельно DevOps. Сначала, что делал при автоматизации и что делал DBA. Значит, Первым делом надо было как-то уйти от этого SSH-соединения. Соответственно, DevOps поднимал Jenkins сервер, Jenkins сервер поднимал Jenkins Slave, вот он в виде jar-файлика такого. Там на самом деле инструкция уже внутренняя для сервера, что делать, что накатить. Из амишки поднимался сервер и запускался уже процессор pb соответственно. И единственное, что мы здесь уже начали разбивать внутренние скрипты, полезли в эту Баш логику Это было очень сложно. Тут можно, наверное, целую презентацию по поводу, как это. И добавили validation-тесты. Обязательное было условие, потому что до этого плохо тестировалось. То есть разработчик написал код, а отработает только на практике, узнаем. Поэтому была нанята еще, кстати, automation team который дописывал вот эти все тесты. Соответственно, с моей стороны первым делом, что я взял, это развернул амишку и начал смотреть, что же там. Там оказалось Oracle из коробки, ставился, я просто все снес и начал сначала, потому что, ну, к сожалению, получил, что получил. А после того, как я все это изменил, я начал запускать наш основной процесс, ну и, соответственно, классика. То есть я снимаю AVR, настройка, тест. AVR, настройка, тест. Так я гонял очень долго, пока не добился примерно того, что хотел. Кстати, вот предыдущий коллега рассказывал одну из проблем, с которой я столкнулся. В итоге после всего этого я пересоздал АМИ, которая уже нормально работала. И на этом этапе, только на изменении параметров в Oracle, с 12-15 часов наш процесс занимал уже 8. То есть это одна треть от общего времени. Уже как бы заказчик почувствовал, что да, наверное, все-таки не зря мы девопсов нанимаем. Значит, как был организован сам процесс деплоймента? У нас был reset патч, как я уже говорил. Разработчик что-то делал, тестировал, и в случае неудачи он все скидывал назад и опять запускал. То есть уходил пить кофе на 2 либо 12 часов, и потом опять это продолжал. Если все удачно, то мы просто код назад отправляли в GitHub уже с пометкой нового релиза. Сейчас дойдем. Сначала DevOps. Что сделал DevOps первым делом в этом случае? Мы взяли просто reset patch, Ansible, и все переписали на Ansible. Потому что это, во-первых, уменьшило количество элементарно строк, во-вторых, очень было удобно в разборе. Здесь я ему помог reset, я Python плохо знаю, поэтому я просто SQL инструкции выдавал, как работать с callbackup. Он уже это делал все красиво. У нас в итоге получился красивый ресет на ансембле и уже новый гибкий деплоймент. Соответственно, что пришлось делать мне? Первым делом было много вариантов, но все-таки в итоге мы остановились как уже говорилось, да, на Oracle Flashback. Ну, были варианты, я много общался с архитекторами, и мне надо было понять именно сам процесс, что же важнее для разработчика, потому что они для меня конечный пользователь, которому я должен принести что-то. В итоге Oracle Flashback, пересоздается AMI, я пересоздал Snapshot, где уже было там забиты все настройки, Маленький лайфхак. На мой большой сервер, опять же, я поговорил с архитекторами, я сделал ресет, батч, накатил, который длится 6 часов, и поставил рестор point. Все. И, соответственно, теперь с 8 часов при определенной ситуации разработчик получал себе ами с restore point и просто пачился. Это где-то занимало там пару часов, не 8 уже. После этого… Вот мы можем сравнить два механизма. Старый и новый deployment. То есть вот наш старый, вот наш новый. Соответственно, при неудаче мы просто включали флешбэк пару минут. При удаче мы шли в GitHub и все это скидывали. Следующая интересная задача был апгрейд. Как бы ничего тут такого в апгрейде нету, но опять же, в DevOps всегда есть много всего интересного. Что было здесь? Я брал AMI с 11 Oracle, здесь только софт, и создавал сервер, на него все по мануалу накидывал 12-й софт, с помощью DBA я конвертил базу. Здесь еще такой нюанс. У нас есть различия между продакшеном и дев-системой. Почему это различие? Потому что Америка свои сервера, Англия свои сервера. Америка — Linux, Англия — AX. То есть это два разных мира. У одних свое железо, у вторых свое. И мы решили, что мы как-то будем сближаться. И первое, с чего мы начали, это хотя бы версии Oracle вместе и хотя бы параметры с продакшена. Но скажу сразу, я не все выставлял, которые мне дали, потому что, опять же, мой конечный пользователь был не продакшен-система с отказоустойчивостью, а разработчик со своей скоростью. Все это было аргументировано, отдано главному архитектору. Вон, все, без проблем. Я согласен насчет всего. После этого на ансибле опять же мы писали роль по поднятию 12-го оракла. Создавалось АМИ и уже э, поднимался сервер с 12-м ораклом. На него я просто э, наш cold загружал, и у нас уже был готовый сервер. После этого я пропускал все наши джобы, тюнил, дотюнивал 12-й оракл, там много всего интересного, потому что 11-й Oracle, одно и то же, и 12-й, как показала практика, немножко по-разному было. Поэтому э, дотюнивалось это все и пересоздавалось АМИ. Следующее. Один из интересных случаев, вот я самый интересный. Тривиальная задача обновления среды. То есть э, с продакшена приходит дамп, нам нужен новый environment. Вот мы нарезали, там другие продукты, другие категории. Сделайте нам. И там еще процесс батчинга, то есть 5 дней еще батч должен прогнать разработчик, чтобы там тестировщик посмотреть, как. Задача была простая. Но, как оказалось, опять же, из-за разности инварментов, из-за разности скорости у нас гораздо медленнее, чем на продакшене сервера. Uh, у нас появилось много вопросов. Вот про эти вопросы я сейчас расскажу. В итоге мы должны были получить автоматизированную систему, чтобы разработчик нажал кнопку, и все это автоматически делалось-делалось. У меня был подготовлен АМИ с BlankDB. BlankDB — это я вычистил просто все данные, но оставил всю логику. Пакеты, триггеры, то есть чтобы ничего лишнего дублирующих записей, но логика осталась. Потому что я не знал, что там в дампе, что мне приносит Production. Я не имею доступа на продакшен, я мог только спрашивать, что там как. Процедура эта на продакшене занимала 24 часа на мощных серверах. Соответственно, на своих я предполагал, что вообще будет убийство. Значит, создавался сервер. Ну, по идее, должен создаться сервер, и туда накатиться дамп. Какие же были самые первые размеры датафайлов? Дамп весил несколько сот гигов. Это он был сжатый. В итоге ну, у меня уже готовые были датафайлы, и я не рассчитывал на такую большую массу, поэтому анду, темп у меня там по 100-200 по 200 было гигов. Это все приходилось заранее делать, потому что а, в дальнейшем разработчик должен был получить систему уже готовую. Он не должен был сам бежать ко мне, расширить мне датафайл, у меня там анду заполнилось, у меня должен там темп не надо расширить. Первым делом я заавтоматизировал. Следующая была статистика. Из-за того, что большой объем данных новых, очень долго… Там была последовательность скриптов. Да? Можно вопрос такой? То есть я так понимаю, что это был логический бэкап, да? Это не совсем бэкап. И, yeah, не... и, и это не совсем дамп. Это дамп вместе с логикой. Вот то, что мы бач до этого говорили, да? Вот это как бы срез работы продакшена. Вот мне дали таких пять срезов. И это получается, мы э, закачиваем информацию, обрабатываем, закачиваем, обрабатываем, прогнозируем. И вот такая вот э, там смесь получалась. ораклового XDB XDP логика, закачка, логика. Там примерно external table, по-моему, под, подключались микс. Э, там прямо вот микс-микс, mix, mix, и эта процедура предоставлялась разработчикам, там тоже громадный скрипт такой которые опять же мне пришлось проверить, потому что надо было влазить внутрь и каждый вот этот степ были проблемы, приходилось просто вычленять определенные объекты, собирать по ним статистику, дальше перезапускать. Следующее, соответственно, были блокировки на некоторых процессах. Опять же, останавливаю, я вычленил все, где возможно были блокировки у меня в процессе тестирования. Я знал, какой процесс убить. Это все автоматизировали, и у меня был триггер, если какая-то то часть скрипта работает больше положенного, там, 15 минут, заходит селект, смотрит, ага, есть блокировка, все, я знаю процесс, и он убивается, все блокировка снимается, идется дальше. Констрейнты при этом появлялись тоже, это пришлось все вручную выщемить и поставить на это всю автоматизацию. И в конце я пришел к такой интересной вещи. Вот этот недокументированный параметр, наверное, вы знаете его, да? Ну, может быть, встречались. В 11-м Oracle он выставлен в true с 11-го Oracle. У меня уже 12-е, но я как бы не сильно с ним сталкивался. Значит, особенность базы данных, она имеет очень много процессионных объектов, так как продакшн, он там порядка больше 10 терабайт, и поэтому там все секционное. В моем случае это были секции, но они были пустые. И а, вот этот параметр, если он стоит в true, по дефолту первый сегмент он выделяет 8 мегабайт. А, если же его выставить false, то первый сегмент это 64К. Но я еще тогда не знал, и когда в итоге я получил все-таки базу, она у меня терабайт. Я думаю, как? Ну терабайт много, у меня же 300-350. Что они мне там нарезали? Я спрашиваю, а сколько у вас ну, говорят, ну, там 350-400. Я говорю, ну как, а почему у меня терабайт? Каким-то чудом, я уже не помню, как, я нашел вот этот параметр, поменял его в false и закинул еще раз дамп, и с терабайта у меня в 300 гигов ушла база данных. Только на вот этом параметре. Я вообще про эту проблему не знал. И, то есть я, я же не знал, что вообще должен получить. Никто не знал, что я должен получить. Это, грубо говоря, болваночная, там пустая таблица, да, партицированная, там с миллионом партиций. Да, 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 да. да. когда туда попадали данные, хотя бы одна запись вот, даже, даже, даже если не попадала, то а, он выделял, наверное, под каждую, под каждую партицию, не обязательно таблицы, да, там индекс он выделял. Просто есть Насколько... Угу. Ну, просто интересно было услышать, если вы пытались тюнить, и помогло, не помогло. Потому что у нас похожая структура. Ну вот в итоге моя проблема решилась вот этим недокументируемым параметром. Решилась. Хорошо, что 300 гигов получили. Значит, обновление среды. Как у нас происходило обновление среды и автоматизация? Вот этот дамп, он закидывался в BlankDB. После этого обрезались дата-файлы нашего Temp, Undo, потому что не надо это разработчику. Ставился restore point. Все, у нас готов наш сервер. Он заавтоматизирован. Все процессы, то есть разработчик садится, нажимает только кнопку, и пошли. Первый день, второй, третий. Все, конечно, невозможно автоматизировать. И была памятка, вот ручная инструкция на там, экстренные случаи. Но в основном это было связано, конечно, с серверами приложений, там рестартануть и все такое. Значит, следующий наш шаг — это были инстансы по запросу. До этого у нас всегда были статические инстансы в Амазоне. Мы захотели уйти от этого, чтобы у нас была динамическая структура. Что это означает? То есть разработчик хочет, вот у него задание, да, там какую-то фичу, какой-то фикс. Он себе заказывает сервер конкретно, узнает, сколько времени под это надо. То есть он себе, у него есть, вот у него есть джоба, он в ней указывает тип, какой он хочет, большой, маленький, какой ами и сколько количество дней. Он примерно знает. Но это все завязано на спринтах. Обычно у нас там спринт, и он знает, что больше 7 дней он не будет работать. Или если там большой, соответственно, создается сервер, и система оповещения говорит, мы тебе создали сервер, и дальше эта система работает с ним. То есть сколько дней у тебя осталось? Если у тебя там осталось, он скоро умрет. Если ты хочешь его продлить, вот тебе ссылочка, заходи, продлевай там еще на столько-то дней. Для а, да, 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 да. Было бы хорошо. Наверное, миллионером стал. Значит, эта система позволила нам немножко улучшить наш релиз CI. релиз CI — это весь наш процесс выпуска. Значит, когда мы уже подходили к релизу, как это происходило? У нас есть Jenkins джоба и есть наша новая и старая версия, да, текущая версия. Значит, на первом этапе происходит наш процесс, мы reset патч тест делаем, если все хорошо, мы опять скидываем на начало. После этого создается рядом еще один сервер с текущей версией, соответственно, прогоняется полный цикл при новой версии, Полный цикл прогоняется в старой версии в текущей И есть такой интересный механизм тоже самописанный нами, db -compare. Что это значит? Мы сравнивали две версии и смотрели делался такой XML-файл. Во-первых, чтобы все тесты проходили, было validation. А во-вторых, там очень хорошо расписывалась информация, что нового в релизе. То есть там для менеджеров интересная информация, для разработчиков, чтобы они видели. И, соответственно, после этого текущая версия просто опускался в сервер. А новые там последние validation тесты, все. Наш лист готов. В этом случае мы можем отдавать а, нашему продакшн-тиме уже. Мы отдаем ему. А дальше пошли небольшие лайфхаки. Fast restore. Все это предоставляется Amazon, и мы потихонечку это внедряли. Что такое fast restore? А, у нас есть volume. Ну, не у нас, у Амазона. В данном случае я делал один волюм, это точка монтирования, где у меня лежали все мои файлы базы данных, все, что мне необходимо для работы базы данных. И делался из него снапшот. Это называется волюм-снапшот. Соответственно, когда создавался новый сервер, как это проходило? Берем АМИ, поднимаем сервер и туда просто монтируем наш снапшот. Все, это очень быстрая операция. Главное не запутаться в снапшотах, что ты хочешь подмонтировать. Единственное, здесь есть нюансы. Amazon не физически делает эти снапшоты, то есть не физически он предоставляет. Он когда подмонтирует, мы видим полностью все. Но физически эти блоки, они еще синхронизируются. И, соответственно, вот в течение вот этого времени могут быть просадка. Но просадка может быть только при первом обращении к блоку. Как только мы к нему обратились один раз, там пропустили какую-то процедуру, она чуть-чуть медленнее отработает. Второй раз уже все, она полностью будет. И либо если сервер ничего не делает, через два часа все, он синхронизируется. Это внутренние процессы Амазона. И тут, ну, так вот он предоставляет. Соответственно, если у нас уже существует сервер, что мы делали? Проверяли размер. Маленький или большой? Если маленький, соответственно, мы подмонтировали ему другой снапшот, и изменяли размер фра. Потому что под маленький у меня 50, там больше не надо, под большой 350. Соответственно, если это большой, то мы отмонтировали просто старый веник и подмонтировали новый. С 8 часов мы ушли до 15 минут. То есть здесь уже даже флешбэк не нужен был. Здесь просто мы даем новый веник, он или ложится наверх нового, или вместо старого. Все, здесь уже. Один из э, моментов мы уже шли от этого. Что-что? Ты, ты какой-то термин сейчас. новый веник. Ну Винчестер. Да, а, я Винчестер. А. А, это может быть у нас просто называют веник, Я прошу прощения. Ну, образ, да, 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 да. Винчестер, то есть, ну в данном случае наш волюм, волюм. Значит, дальше еще один из интересных моментов — это ребейс. То есть я сейчас расскажу и расскажу, зачем он. Ребейс заключался в себе, мы делаем какую-то версию X, патчим ее X плюс 1, то есть это вот после релиза у нас была старая версия, мы поднимаем эту версию, удаляем все логи, пересоздаем restore point, чтобы не было следов нашего патчинга, и создаем новую AMI уже с новой версией, X плюс 1. Значит, для чего нам это надо было делать? Поскольку наша задача была как можно больше уйти от хардкода и как можно меньше человеческого фактора. До этого все ами, вот во всех джобах, все вот эти амишки вручную приходилось переписывать. Мы решили делать глобальные переменные в Jenkins. И, соответственно, как мы к этому приходили? Мы брали… Нашу Амишку делали ребейс, то, что я говорил до этого, да, на маленькой базе. После этого создавали новую АМИ, новый cold backup наш, делали fast restore. То есть подмонтировали туда большой веник со старой версией, делали ребейс ему и, соответственно, с него тоже пересоздавали АМИ и пересоздавали снапшот. Все, у нас готово 4 uh, сущности с новыми версиями. После этого мы Дженкинсу говорим, вот теперь ты работаешь с этими четырьмя сущностями, и все следующие джобы в нашем новом релизе мы уже ничего руками не изменяем, они по дефолту используют новое уже готовое АМИ. Все, мы исключили человеческий фактор в данном случае. И теперь немножко про мониторинг. Это я, что уже немного осталось. Значит… Cloud Control э, я сделал как основную мониторинг-систему для разработчиков, для нас это довольно мощный инструмент, как мне кажется. И почему-то не перещелкивается слайд. Сейчас, ага, вот. Значит, 13.2 я использовал. Процесс был немного нетривиальным, потому что. Наша задача в итоге сделать независимую инфраструктуру, описанную как код. Поэтому у меня нету никаких сущностей, я все должен описать и максимально исключить человеческий фактор. Поэтому клауд я выставлял в silent моде, и все движения, они должны были быть соскриптованы. Ни одного движения моей руки. Соответственно, Ansible роли уже готовая наша. Я качаю шаблон, который предоставлял Oracle, там где уже все юзеры, все, что там надо для клауд-контрола. Соответственно, создается база данных. Cloud Control, создаем шаблон и в Silent Mode выставляем. Далее мы ставили Nginx. Расскажу почему. Есть особенность у Amazon. Он общается по внутренним ip между, между собой, а есть еще внешние, чтобы достучаться. Соответственно, если я ставил на внешний IP Cloud, я видел UI, но когда пытался поставить агент, агент возвращался не понимал, кто я, потому что отчается он по внутреннему IP. Когда я стоял на внутренний, я не мог получить доступ до UI снаружи. Все, я поставил Nginx и сделал просто два редиректа. То есть я поставил на внутренний IP, а Nginx сделал редирект. Соотве... Есть разные варианты этого воркараунда, но мы хотели уйти от хардкода максимально, поэтому у меня был редирект на основную UI и на WebLogic. Все, мне этого было достаточно. Да. Я вот вот, то, на десятой версии. Новая DB-консоль такая. А, а, зачем ее а, а, Значит, я уже говорил, мы хотели уйти максимально, чтобы у нас была платформа, независимая в принципе система. То есть да, конечно, по сути, Cloud Control мы выставляем один раз и все. Но у нас была одна из задач, мы еще пока не переехали, но возможно мы будем переезжать на другой environment. Соответственно, мы все наши основные системы, мы скриптуем. И Cloud Control в том числе. Я же говорю, ну это как бы хорошее движение, когда ты вообще ни от чего не зависишь, у тебя вся инфраструктура, код. Все, ты свободен. Установка а скриптование, еще нужно несколько итераций прогнать. Да, 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 конечно, это все... Абсолютно точно. Все это пришлось пройти, но лучше это пройти и потом иметь уже просто... Я же говорю, у нас изначально была задача, чтобы это работало само. Исключить полностью человеческий фактор, чтобы вот э, в один день сказали британцы, ребята, ну все, мы закрываем с вами контракт, и при этом мы можем все делать, чтобы не повторилось как... Ну и вообще, в принципе, у девопсов это такое движение в сторону автоматизации нормально. вот я сейчас расскажу про агенты. Дальше у нас по запросу, допустим, разработчик поднимает сервер. После этого там уже дополнительная инструкция по агенту. Агент знает, где Cloud Control стучится к нему. И опять же в Silent Cloud добавляет эту базу и дискаверит ее. И сразу без единой кнопки в Cloud Control в UI он уже есть эта база существующая. То есть тоже это все в сайвент моде. И разработчик, когда у него поднялся сервис, через какое-то время он заходит в клауд и видит, и может мониторить, и не делает мне запросов, добавь мне мою базу данных. Ну, потому что это невозможно, у нас динамическая структура. У нас все по запросу сервера. И если я буду каждый раз там 50 разработчиков, и каждому добавь базу данных, и все лишь на неделю. Все, я умру там. Вот. И а, заключительное — это какой мы в общем мониторинг использовали. У нас была связка CloudWatch и Grafana. CloudWatch это сервис от Amazon. Он собирает все метрики, которые есть у сервера, и в данном случае мы те, которые нам надо, передаем Grafana, и Grafana строит красивые графички. В моем случае мне на первых этапах очень важен был размер фра потому что у меня никак фра не чистится, у меня не бэкопируется система, соответственно, они просто накапливаются, накапливаются. И разработчикам не нужно столько. Они отработали неделю, и можно дальше скинуться и опять работать фичу. Им не нужно было целый месяц работать. И вот поменять вот это сознание, что ну, ресет не У тебя же флешбэк есть. Ну, откатись, но ну, потом само или вообще ее не надо тебе это. И вот первое время я завел нотификацию: я присылал владельцу, что у тебя заканчивается место. Себе присылал, смотрел, а, потому что они до этого привыкли: что статический инстанс долго-долго работает, ни флешбэка не ни, ни включен, логирование не включено, можно сколько угодно. И очень сложно тяжелее попросить, чтобы тебе сделали новый, работать на старом уже как есть, чем. Но в итоге сейчас практически у меня нету алертов, все это уже люди привыкли к этому, автоматизировано и никаких проблем с этим нету. В принципе, вкратце это все. Если есть еще вопросы, то задавайте. Я только не услышал ваше определение, не а, да, 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 я извиняюсь. Значит, в моем случае DevOps, что хотел заказчик? Он хотел максимальной автоматизации. Вообще DevOps, ну там, допустим, в Википедии, она говорит, что это стык между разработчиком и опсом. Да? Но это понятие очень широкое. Конечно, очень хорошо было, когда DevOps идет и смотрит механизмы. И после этого он уже может советовать, где эти механизмы улучшить. Но нас не пустили на продакшн, мы могли только предоставить им хорошо контент и быстро. У нас была максимальная быстрота, релиз у нас каждый квартал. Для крупной компании это довольно быстро. И мы должны были максимально быстро ускорить этот процесс. Вот такое было понимание DevOps у нашего заказчика. У вас было право ехать для разработчиков, если видели, что они там что-то страшное собираются, а что подарки задвинелись? Они не могли ничего страшного сделать, потому что система вот этих тестов не позволяла им допускать ошибки. То есть у нас... Практически нет, конечно, есть фиксы. Конечно же, с продакшена возвращается, они делают отдельную ветку, может, что-то не доработали, но зачастую это все тестами отлавливается. Мы для этого и делали вот эту систему, усложняли ее тестами и всем остальным, чтобы исключить, в том числе, и человеческий фактор среди разработчиков. Ну, потому что да, ну, все бывает. Все. <связывающие> угу. У нас тут вот, джакуи отработали на нашем каком-то этих performance environments, чтобы угу. спрогнозировать, сколько нам будет работать в продакшне. А, вот, вот этот мониторинг какой-то был. И если был то... Мы не всегда сравниваем с продакшном, потому что у нас разные системы и <связывающие> очень и вы, сложно вы, спрогнозировать. Вы Вообще да, вообще вот большие сервера вот эти, которые я показывал, они в принципе для этого и нужны. Там специально оставлялся такой функционал, чтобы было удобно продакшену примерно прогнозировать, что будет. И они гоняли там перформанс тесты, автоматические тесты там. Ну на самом деле там очень много. Я вот сейчас взял только один процесс, но процессов очень много и там по каждому, наверное, можно доклад делать. Я старался как можно больше технологий показать, но а, там были а, sanity, regression тест, смог тест, то есть ну, весь набор, в том числе самописанные тесты, которые а, специально для продакшена они все это выполняли. Для этого и они делали вот все вот эти а, большой сервер, процессы, батчинг, патчинг, да. А, Где-то полтора года я на проекте. То есть это у нас заняло ну, чуть больше года, потому что я же немножко с опозданием, когда я начал готовить, это было чуть раньше, чуть больше года это все заняло. Очень много заняло времени разобраться в баш-скриптах, потому что на самом деле это были по 10 тысяч строк, большие скрипты и очень много хардкода. И нам надо было максимально уйти от вот этих всех переменных. Вот просто вам как пример, да? Когда уходил разработчик, они должны были сделать ту систему, которая у них, перенести на сервера в Лондоне. Что тут сложного? Просто скопируй одно и поставь вот здесь. Вот простейшая операция. Те люди, которые знали, как это работает и сами разрабатывали, у них на эту операцию ушло месяц. Потому что малейшее что-то все, environment не работал. Он очень был завязан сам на себя и на все, свои, на все свое окружение. Месяц. Месяц они сидели и переводили. И соответственно там малейшее тыкнешь пальцем, все. Все, все сыпется и все это приходилось. Много проблем а, хапнули с тем, что dev инвайренты вот в этих вот виртуалочках, а фактически продакшн где-то AX говорили, где-то а, изначально, когда все это начиналось, они продумали этот механизм конвертирования. И э, я отсылаю Linux, и там уже ребята, там большая команда DBF сидит, они уже конвертят, у них есть свои механизмы. И, соответственно, мне они уже тоже сконвертированные, отсылают. Это они, они изначально это продумали. Я имею в виду, не приходилось сталкиваться с, с багами, которые, грубо говоря, не воспроизводятся? Ну, то есть, э, три, я так понимаю, три разные платформы, да, крутится, какие-то Две, две: uh, Linux и АX или платформы. Ну, да, Linux AX. у нас в Амазоне, у них это физические сервера, свой дата-центр. Ну, того, что а, да, 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 да. В системах, с ошибками, есть там, но здесь. Я скажу так, были параметры с продакшена, которые мне пытались навязать, и в итоге они оказывались специфичны только для их системы. И мне на Linux они были не нужны. Так по каким-то ошибкам, 600 и всему остальному нет, у меня не было. То есть э, конвертация как-то происходила более-менее безболезненно. Единственное, что своя специфика, ну, это плохо, конечно, что разные операционки так не должно быть. Ну, что имеем? Еще такой вопрос. Я так понимаю, что у разработчиков в результате появилось достаточное количество индивидуальных вот этих вот инстансов. Uh -huh. Этот зоопарк. Я вам скажу, что мы, наоборот, когда мы, вот, мы ввели on-demand инстансы, мы, наоборот, ушли от большого зоопарка. И сейчас мы, у нас есть тимы, они работают над конкретными задачами. Мы знаем, для чего этот сервер, не так, как раньше. Ну, я поработаю, о, свободен, а давай я поработаю на нем. То есть, а какой там, какая версия? О, мне подходит, давай я тоже тут правильно, я не буду мешать тебе. Сейчас мы точно знаем, кому какой инстанс. Их стало гораздо меньше, и гораздо меньше стало путаницы, они не засоряются. Мы сделали, кстати, я вот не рассказывал, мы еще отдельно сделали каждому хом. И когда создается инстанс, он как бы человек видит свой хом. На самом деле это на S3 хранилка, которая тоже подключается как Mount Point. И у человека всегда его личные файлы не на сервере там хранятся в хомяке, а потом удаляться через неделю, а физически они хранятся на S3. И просто человек при поднятии инстанса видит свой хомяк, и он не засоряет, и он просто у себя размер безграничный. Сколько хочешь, столько и там оставляй. Скажем так. Ну. У меня вопрос был немножко в другом контексте. Я совершенно не против, я прекрасно понимаю всю, всю прелесть этого решения, потому что угу. многое в кровавом интер, интерпрайсе концептуально выглядит одинаково из компании в компанию. Угу. Я поэтому сидел улыбался, потому что очень, очень много <связывал> видел подобных решений везде, как выстроен процесс. Меня интересует с точки зрения именно поддержки разработчиков. То есть разработчики самодостаточные были… Ходил... Скажу так. Сейчас это уже меньше, потому что мы все больше и больше отлавливаем. И я вот вначале говорил про мониторинг, что повторяющиеся, очень много повторяющихся операций, и это уже можно постепенно предвидеть и автоматизировать. Но да, особенно в начале и разработчики, и тестировщики, они приходили к DBA в том числе. Вот у нас есть такие проблемы, такие, и взаимодействие оно в любом случае будет как ты не хочешь, они обладают экспертизой, но она все равно не полная. Хорошо, если разработчик все умеет. Для меня это идеальный разработчик. Вот если он так работает, ну, отлично. Но, к сожалению, это не так. Нанимаются команды, которые, может быть, немножко слабее, может там кого-то подтянуть. И ходили, да, много. Ходили и ходят. И вот я перечислял в начале, это одна, в принципе, из функций. DBA, в том числе помогать разработчику, потому что, может быть, он не все знает, может быть, он пришел с другой базы, Oracle, там, свои особенности, ну, вот в данном числе, да. У нас были разработчики с SQL, у них тоже был своеобразный код, и вот периодически сталкивался с проблемой, что, вот, допустим, я привык так, а почему здесь там медленнее, еще что-нибудь. Я говорю, так, а, так вот же. Не-не-не, не, это обязательно. И у нас постоянно происходили сессии, где мы рассказываем, то есть мы создаем какой-то новый функционал. И это скайп-митинги в основном, и мы рассказываем про новый функционал. В том числе я учил разработчиков, тестировщиков пользоваться вот этими инструментами. То есть я не просто их создаю как задачу, а моя задача как конечный пользователь, они я им предоставляю контент и обучаю их. Ну, конечно, это было тяжело, приходилось по несколько раз повторять, но <laughs>, ничего страшного. Я их заавтоматизировал в итоге. <laughs> Все-таки это было решено хорошо. А, маленькая ремарка. А, несколько лекторов назад а, рассказывали про РДА, да, и вот про Amazon. Я тоже хотел рассказать про специфику, но я понял, что я не успею вообще объять необъятное. Uh, у нас на EC2. То есть это инстансы, которые мы можем сами конфигурировать. И там выставляется Oracle, я могу конфигурировать. Uh, с RDA надо быть осторожным. Uh, у нас ребята, параллельная команда, они делали uh, такой тест. Они брали железо примерно одинаково, они брали инстанс EC2 на Амазоне, и они брали RDA. И uh, гоняли примерно одинаковые, гоняли одинаковые тесты, и примерно было одинаковое железо. Так вот, uh, RDA Amazon заявляет, что она автоскейлинг. Но, как показали тесты, она автоскейлинг до определенного момента. И вообще это, в принципе, черная коробка. Никто не говорит, как там автоскейлинг. И когда нагрузка поднималась до определенного момента, автоскейлинг уже переставал работать. Потому что фактически, ну, как вот автоскейлить Oracle? Ну что там, рядом еще инстанс поднять, или небыстрый рак там разворачивали, или что? То есть никто не говорит об этом, но есть этот нюанс. И еще нюанс в RDA, что там очень ограничил функционал Oracle. Не ограничен, а мы можем править только определенное количество. Если на EC2 ты поставил инстанс, ты хозяин, ты можешь не параметр, все что угодно. В RDA, вот это ограничено. вот это надо знать, ту специфику, то есть если это какой-то enterprise, то ну, тяжело это будет его накрутить. И иногда невозможно. Вот это, ну это такая маленькая там ремарка, если кто-то вдруг будет с, с облаками сталкиваться, есть у них такие нюансы, есть нюансы. Вот вопросов, наверное, уже нету. Спасибо. Да, спасибо вам большое. Спасибо.